Да, доброго времени суток. Вот. Ученик спрашивает, просит показать, как выглядят споры. Я вот специально сейчас покажу, как выглядит споровый отпечаток гигантского шампиньона. Вот, пожалуйста. Споровый отпечаток гигантского шампиньона. Почему гигантского? Потому что в сравнении с вот со спичным коробком рядышком вот такой размер. Ну, впечатляет, да? Угу. Шапка размером, ну, не то что даже это не как тарелка такая вот. Ну, он огромный, он просто вот. Вот такого, вот приблизительно вот такого размера была шапка. Угу. Вот этот шампиньон, который мы сегодня пересевали, угу. Вот это из этой области. Почему мне захотелось с ним возиться? Потому что здесь это связано с низкими условиями, почему они выросли. Здесь все связано именно с генетикой вот этого шампиньона. То, что или называют королевские шампиньоны, или то, что называют портобелло, угу. Вот, это просто гигантские шампиньоны, потому что там, где я вот эти собирал, рядышком растут шампиньоны, но обыкновенные, малюсенькие такие шампиньоны, как мы видели их в магазине. Угу. А вот это гигантский шампиньон. Но он вот, очень огромный вообще. Да, споры, видишь, сколько их много? Угу. Они ссыпаются, у шампиньона они почти черного цвета, темно угу. очень, темно-коричневые, и вот эти споры... Никакой проблемы вообще нету в дальнейшем получить из них грибы. Имеется в виду, то есть их нужно будет соответствующим образом размочить, поместить на питательные среды. И в питательных средах из них можно будет угу. вырастить в дальнейшем грибы. Но есть один момент. Момент заключается в том, что споры сами по себе, они несут смешанную генетическую информацию. Точно так же, как, скажем так, сперматозоиды у животных. То есть каждый сперматозоид несет какие-то свои свойства. То есть могут быть свойства положительные, могут быть свойства не очень положительные. И в результате выведения культуры именно из спорового материала, оно очень такой неблагодарный момент. Потому что можно очень долго проиграться, выводя и отмывая, очищая вот эту культуру, а в результате не получить все-таки того шампиньона, который мы хотели. Он получится, но не получится такой гигантский, именно как он был. Значит, вот работать именно со спорами и отпечатками не совсем благодарная такая вот гигантский шампиньон собрано 5 мая угу. 2016 найдено. Года. Да. Значит, работать поэтому со споровыми материалами не совсем оправдано. Кто собирается вот это делать, то я вот им объясняю. Кто ведется на объявление, продам споры грибов. Да, споры грибов. Значит, намного эффективнее или брать просто готовые клетки, что угу. самый вообще правильный способ, или уже в крайнем случае, кто хочет там поиграться, то брать, выводить просто из плодового тела. Из плодового тела мы клонируем то же самое клеточный материал. Угу. Генетически он будет абсолютно идентичен тому, что мы видели. Мы из клеточного материала вырастим тот же самый мицелий. А вот из спор, со смешанного этого материала, мы можем получить, ну, неизвестно что. То есть, фактор абсолютной фортуны, лотереи и все так дальше. То есть, может быть что-то хорошее, а может вообще ничего хорошего из этого не получится. Получится какие-то малюсенькие грибы, или вообще какие-то свойства, или вообще какие-то уродцы будут. Угу. И на это все уйдет как минимум, ну быстрее полугода, это никогда не будет. Так что вот такая информация относительно спорового отпечатка.